12 декабря страна отметила День Конституции. В Черкесске в этот день прошло праздничное мероприятие, на котором глава республики Рашид Тимреза вручил государственные награды самым достойным в своей профессии. Подробности у Али Баташева. В зале торжеств царили радость и волнение. Оркестр играл неувядающую классику, а награды и медали ожидали своих победителей. Ровно 28 лет назад был принят основной закон страны. Конституция стала важным этапом в становлении современного российского демократического государства. И сегодня она надежно защищает права и свободы каждого жителя страны, отметил Рашид Тимрезов, открывая мероприятие. В прошлом году, в том числе и жители нашей республики, как и в целом всей страны, очень активно приняли участие в поправках к нашему основному документу, который действительно сегодня отвечает всем самым современным реалиям и требованиям. Мы должны укреплять демократические институты, искать эффективные пути развития экономики, улучшать качество работы органов региональной и муниципальной власти, совершенствовать социальную сферу. Каждый присутствующий сегодня в зале своим упорным трудом вносит вклад в обеспечение стабильного развития и процветания нашей республики и, конечно же, Российской Федерации. По-прежнему острым остается вопрос по борьбе с ковидом. На передовой с первого дня стоят медицинские работники, каждодневно спасающие жизни и здоровье людей. Рашид Тимрезов вручил орден Пирогова биологу Центра гигиены и эпидемиологии республики Людмиле Середа. 12 врачей были удостоены медали Луки Крымского и за заслуги перед Отечеством второй степени. Еще трое получили благодарность президента Российской Федерации. Я хочу искренне поблагодарить Рашида Борисовича и правительство Карачаево-Черкесской Республики за внимание, которое уделяется нам, простым труженикам республики. Я хочу пожелать нашей республике, чтобы мы благополучно, достойно вышли из этой тяжелой пандемии с малыми потерями и приступили к нормальной, спокойной жизни. По поводу сегодняшней награды, что я могу сказать? Во-первых, это очень неожиданно. Вчера вечером мне уже позвонили и предупредили, чтобы я пришла на торжество. Поэтому я безумно рада. И, значит, сотрудники могли сохранить это все в тайне. Это вдвойне радостно. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике, активно развиваются и другие отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Звание «Народный писатель Карачаева-Черкесии» был удостоен Ислам Хубиев. Любой труд должен быть, во-первых, оплачен, а во-вторых, он должен быть признан. И вот это признание, наверное, для любого работника, любой сферы, это к месту. И я думаю, что это хороший стимул трудиться еще лучше. В этот день государственные и региональные награды получили 36 жителей республики. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.